Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 63, Господь Кришна сражается с Банасурой. Текст 25. Джваровача намами твананта шактим парешам сарватманам кевалам гьяпи матрам Авишвотпатистхана самродхахетум яттад брахма брахма лингам прашантам. Перевод. Шива Джвара сказал: «Я склоняюсь перед тобой, Верховным Господом, чьи энергии безграничны, высшей душой всех живых существ, обладателем чистого и полного сознания. Благодаря тебе материальный космос возникает, поддерживает и разрушается. Ты вечно умиротворенная абсолютная истина, о которой косвенно говорится в ведах». Комментарий. Прежде Шива Джвара считал себя всемогущим, так что даже пытался сжечь Шри Кришну. Однако теперь смерть угрожала ему самому. И тогда, осознав, что Шри Кришна – это сам Верховный Господь, абсолютная истина, Шива Джвара смиренно склонился перед ним и стал прославлять его. Как объясняют ачарьи, слово «сарватманам» указывает на то, что Господь Шри Кришна – это сверхдуша, дающая сознание всем живым существам. Господь Кришна поддерживает это, подтверждает это в Бхагавадгите 15.15 «Матах смртир гьянам апоханам ча». От меня исходят память, знания и забвение. В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти пишет, что Шива Джвара осознал – Господь Кришна во многом превосходит повелителя Шива Джвары, Господа Шивы. Поэтому здесь Шива Джвара называет Кришну Ананта Шакти, обладателем безграничных энергий, Пареша, верховным повелителем, и Сарватма, высшей душой всех живых существ, в том числе и Господа Шивы. Слово Кевала Гьяпти Матрам указывает на то, что Господь Кришна обладает совершенным знанием. В своей жизни мы совершаем поступки, руководствуясь нашим ограниченным пониманием. Однако Господь Кришна с Его безграничным знанием творит, поддерживает и разрушает целые миры. Как отмечает Шрила Джива Госвами, от Господа зависит даже деятельность воздуха и прочих стихий. Это подтверждается в Тайтире Упанишад. «Бьяшасмат вата павате» – «Ветер дует из страха перед Ним». Таким образом, Господь Кришна – это высший объект поклонения для всех живых существ. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамена бутале своям рупа кадам агьям дадати свападантикам ванча калпатарубьяшча крипа сингхупья эвача Патитанам павани бхьо вайшнавебхьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Джвару Вача Намами Тван Намами Твананта Шактим Парешам Сарватманам Кевалам Гьяпти Матрам Вишвот паттистхана самрудхахетум ятад брахма брахма лингам прашантам. Шрила Джвара сказал: «Я склоняюсь перед тобой, Верховным Господом, чьи энергии безграничны, высшей душой всех живых существ, обладателем чистого и полного сознания. Благодаря тебе материальный космос возникает, поддерживается и разрушается.
Ты вечно умиротворенная абсолютная истина, о которой косвенно говорится в Ведах. Глава называется «Господь Кришна сражается с Банасурой». Эта битва входит уже в решающую стадию. А фактически Банасура уже бежал. До этого мы читали, что, значит, ну, контекст, предыстория такова, что внук Кришны, Анирудха, оказался вместе с дочерью Банасурой, без всякого дозволения старших с обеих сторон. Это вызвало конфликт, значит, столкновение двух родов, семей. Вот, и армия Двараки окружила город Банасуры. Вот, потом, значит, Банасура вступил в битву с Кришной. И здесь, скажем так, уже речь шла, так сказать, ну, о последних, так сказать, решающих штрихах. Вот, собственно говоря, сам Банасура ретировался, когда он понял, что он уже ничего не сможет. Это произошло интересным путем, то есть его защитила его мать. Вот, его мать обнажилась и вышла на поле боя в обнаженном виде. Кришна отвернулся, чтобы не видеть ее, и тем временем Банасура быстренько сбежал. Вот, и теперь осталось, так сказать, вот это вот, бились между собой уже не Кришна и, значит, Банасура, и там Шива, вот, а уже оружие Вишну-Джвара и Шива-Джвара, то есть от каждой стороны выступало оружие, причем оружие живое, потому что здесь этот вот Джвара, он молится, это как, не знаю, у хозяев могут быть какие-нибудь там боевые псы там или кто-то еще, когда их там спускают, они между собой бьются, каждого своего хозяина, вот, то есть это живое оружие. Вот, и здесь было очевидно, что вот эта вот Шива-Джвара, она, так сказать, молится, обращается к самому Кришне, да, это то, о чем мы сейчас читаем, это вот молитва этого оружия. И здесь несколько моментов интересных в этом стихе и комментарии. Шива-Джвара говорит, называет Кришну абсолютной истиной. Тат-Брахма. Тат-Брахма. Брахма – это не только вот тот, кто сидит наверху Вселенной, Творец, но Брахма – это имеется в виду общий, так сказать, всеохватывающий принцип абсолютной истины. Брахма, и теперь говорится Брахмалингам. Значит, Брахмалингам обозначает косвенные признаки определенные, что в Ведах говорится об этой абсолютно истине Брахма, Брахмалингам, косвенным образом. Итак, Шива-Джвара прославляет Кришну, говорит, что ты Верховный Господь, чьи энергии безграничны, ты душа всех живых существ, обладатель чистого и полного сознания и так далее. Благодаря тебе космос возникает, поддерживается и разрушается. Ты вечно умиротворенная истина, о которой косвенно говорится в Ведах. Возникает естественный вопрос, почему об абсолютной истине может говориться косвенно, почему бы ее не выдать, так сказать, вот прямо, непосредственно, в чем проблема? Не стоит ли нам в духе последней моды обвинить Кришну в косвенной проповеди? Вот. В общем-то, было бы как раз в тренде, в современном. Вот. И здесь возникает вопрос, почему так происходит? Веда – это знание об абсолютной истине, которое нужно дать всем живым существам. Совершенно очевидно, что все живые существа находятся на разных уровнях развития, так же, как знания дают согласно уровню человека. В школе существует градация, первый класс, десятый класс, и между ними все промежуточные. Соответственно, одно и то же знание, оно дается, скажем так, новичкам, первоклассникам в простой форме, тем, кто старше, уже все более усложненной форме. Вот, мы знаем, что та же самая математика, она может существовать в простых формах, арифметика, потом какая-то уже пошла алгебра. Алгебра – это та же арифметика, просто
где в комплексе сразу, так сказать, какие-то простые действия, там сложение, деление, так сказать, вычитание, умножение. Теперь они во множестве этих функций одновременно осуществляются. Вот, и когда у них много функций, это уже такая усложненная форма арифметики, называется та же самая алгебра, высшая математика и так далее. То есть, по сути дела, те же самые вещи, но просто в более простом или в более сложном виде. Вот, и причиной вот этой вот косвенной подачи информации является только одно – сострадание. Потому что сострадание к чему? К живым существам, которые обладают ограниченными возможностями. Очень интересно, в комментарии здесь говорится, что в своей жизни мы совершаем поступки, руководствуясь нашим ограниченным пониманием. Однако Господь Кришна с его безграничным знанием творит, поддерживает и разрушает целые миры. То есть совершенно очевидно, что вот эту вот абсолютную истину, обладающую различными энергиями, осуществляющую одновременно прямо противоположные действия, творение и уничтожение, они одновременно происходят. Какие-то вещи творятся, какие-то тут же разрушаются, что-то там, сказать, по ходу дела поддерживается. То есть Кришна одновременно все делает, да? И он осознает карму всех живых существ, создает какие-то невероятные ситуации, где осуществляются и желания, и карма. То есть это... Чтобы вот это все происходило одновременно, вот это нужно иметь невероятное сознание. И вот как маленькая дживи, обусловленная материальными обстоятельствами, гунами и так далее, все это одновременно осознать. Нереально. Вот, поэтому для того, чтобы это живое существо стало все эти вещи осознавать, ему это дается, скажем так, по чайной ложечке, какими-то дозами определенными. Вот. Более того, живое существо пришло в этот материальный мир не Бога-то осознавать, если уж честно говорить. Оно пришло здесь исполнять свои материальные желания и конкурировать с Богом в роли управляющего и наслаждающегося. Поэтому здесь две сложности. Первая сложность состоит в том, что джива маленькая, абсолютно истина безгранична. Даже если эта джива очень сильно хочет осознать Бога, отбросила уже все материальные желания, прямо вот хочет, аж не может осознать Бога. Даже в этом случае это непросто, потому что сознание узко, а абсолютно истина безгранична. А когда еще задача усложняется тем, что джива этого не хочет, мало того, что она не может осознать абсолютную истину просто по своей природе, потому что она маленькая, она еще и не хочет, потому что она полна материальных желаний, задача усложняется еще больше. И вот Кришне нужно теперь эту задачу решить. И как же он это делает? Через веды. То есть мы видим, что он дает это знание... То есть веды – это что такое? Это абсолютная истина, четыре веды и так далее. Это абсолютная истина, смешанная с задачей по исполнению материальных желаний живых существ. То есть совершенно очевидно, что они есть, у всех есть, иначе бы тут не оказались, да? Чего вы пришли в кинотеатр, если вы не хотите смотреть кино? Почему вы оказались в ресторане, если вы не хотите есть, да? То есть совершенно очевидно, что кого где застукали, значит, вы какие-то желания привели туда, правильно? Иначе других причин нету, да? Вот, что это вы тут на стадионе делаете, если вы не любитель спорта там, и так далее? Вот, понятное дело, что раз мы в материальном мире, значит, мы имеем материальные желания. И эти желания можно осуществить двумя путями. Можно их осуществить так, что они еще больше усилятся, и еще живое существо в ад загремит. То есть, ну, греховным способом, в невежестве. То есть у меня куча всего хочу, вот лежит вещь, которая мне нравится. Вещь хочу, платить не хочу, денег нет. Я хватаю вещь и убегаю, может, не догонят. Вот. То есть я исполняю свои материальные желания, как мне кажется, да? Вот. Но вследствие этого, значит, я попадаю в положение худшее, чем было до того, да? Или кто-то там кому-то нравится, там какая-то женщина, какой-то мужчина, но есть определенный этикет, правила, человек игнорирует все это, вот, и попадает под статью определенную, да? Вот. То есть совершенно очевидно, что можно попытаться исполнить свои желания так, что человек станет еще более, его желание усилится, а возможности уменьшится из-за его греховности, из-за того, что попадает, скажем, в какие-то более стесненные обстоятельства. А можно исполнить материальные желания другим способом, по ведам, то есть законно, да? Что эти желания постепенно изживутся.
Есть, конечно, еще третий способ, о котором тоже скажем. Можно их не исполнять, можно их игнорировать. Вот. А для тех людей, которые вот внутренне очень решительны, которые уже или в прошлых жизнях их отчасти исполнили, у кого эти материальные желания небольшие, а это, так сказать, материальные желания функции игнорирования, что называется, да, или такого контроля над ними. Да? Вот. Для тех, кто не может, для них существует еще другой способ исполнения материальных желаний через веды. Через веды это происходит так, что живое существо совершает, оно ничего не знает об абсолютной истине, оно знает, что есть просто такая технология вот исполнения материальных желаний, поклонения полубогам, там всякие ритуалы, благотворительность, аскезы и прочее-прочее, то есть все, что описывают веды. Вот, и человек следует этому, и поскольку это все пронизано знанием, это же веда, а веда это сам Кришна, то следуя этим ритуалам, не поклоняясь Кришне прямо, но следуя всем этим ритуалам, человек постепенно очищается, потому что это законы, данные Богом. То есть это медленный, постепенный процесс исполнение своих материальных желаний без деградации. Без деградации, потому что это в знании, а в невежестве делается. И поэтому для того, чтобы, скажем так, вот, для того, чтобы осуществить свои материальные желания, при этом не деградировать, вот эта вот веда, она и дана. Вот, поэтому в изначальных ведах о Кришне как таковом, о идее чистого преданного служения говорится в основном намеками. Там есть эти упоминания, и те, кто обладает видением, они их ясно видят. Вот. Но в основном у людей это видение затуманено материальными желаниями. Как Кришна говорит, значит, люди, материальные желания или это вожделение, оно что делает? Оно покрывает видение, покрывает разум. Поэтому человек не видит там Бога даже косвенно. Или настолько косвенно, что практически не осознает. Вот. Поэтому для тех людей, которые попадают в другую категорию, то есть не те, кто хотят греховно осуществлять свои желания, и не те, кто хотят их постепенно осуществлять, избавляясь, а для тех, кто готов, допустим, их контролировать или готов от них избавляться, для тех существует другой путь. Невритимарг или путь такого интенсивного очищения, путь, когда, так сказать, люди могут, благодаря принятию вот этого процесса чистого преданного служения, поставить вот эти вот свои материальные желания, которые привели их в материальные миры, которые, может быть, им в какой-то степени мешают, под определенный контроль, то есть при помощи духовной силы это возможно, поскольку здесь говорится, что Кришна, источник, здесь говорится, что вот эти вот все энергии, да, все энергии, и вот это само по себе дает надежду, как, предположим, вот эти вот, вот это вот противоборство, да, Банасуры и Кришны. Думаю, ну, какое вообще нам до этого дело, да? Вот был Банасура какой-то и Кришна, я не Банасура, значит, какое это ко мне отношение имеет? Отношение очень простое. Банасура является носителем определенного настроения, демонического настроения. И он тут рядом. Вот тут Дварака, Кришна, вот тут Банасура. То есть Кришна дает возможность всем жить, да? Вот. Но когда, скажем так, этот Банасура начинает бросать вызов Кришне, он получает свое. То есть в чем практически смысл этой истории для нас? Он очень прост. Что мы не являемся, конечно, Банасурой в буквальном смысле слова, но мы имеем где-то как-то иногда схожее настроение. То есть вот в том плане, что мы хотим построить этот мир под себя, значит, под свое наслаждение и прочие такие моменты. Вот. И когда человек достигает какого-то определенного успеха вот, на пути этого материального развития, где-то как-то его благочестие реализуется через какой-то материальный успех, это живое существо становится настолько наглым и дерзким, что начинает бросать вызов самому Верховному Господу. Вот. И вот тогда уже со стороны Кришны начинают вот вступать вот эти вот все интересные, так сказать, оружия. Вот. То есть идея в том, что когда, пока живое существо живет, само по себе никого не трогает, все хорошо. Вот. Но когда оно начинает бросать вызов Кришне, вот теперь, так сказать, мы видим, как Банасура лишился своих рук там, всех и прочее, в конце концов с позором вообще бежал. Вот. И уничтожила его вот эту вот материальную силу, которой, в общем-то, практически никто не мог противостоять. Что? Оружие Кришны. Да? Вот. То есть это говорит о том, что силы, какие бы они ни существовали в этом материальном мире, очень-очень, так сказать, хорошо организованные, всякие разные силы, они не могут противостоять силе Кришны.
Вот, и этот Шиваджвара, это оружие Шивы, до поры до времени он там как-то пыталась сражаться с оружием Вишну. В конце концов, когда, не знаю, как его назвать, он, она, оно в каком-то виде, Джвара, вот, когда он, она, оно понял, поняло, поняла, что с Кришной, значит, невозможно сражаться, тогда он, она, оно взмолился, взмолилась, взмолилось. Вот. И вот это как раз вот молитва, это то, что мы сегодня читаем. То есть мы видим, что оружие Шивы или некая материальная сила, может быть, даже и достаточно могущественная, терпит явное поражение, когда оно оказалось, так сказать, напротив оружия Вишну. Вот. И вот в этом контексте, если мы, так сказать, вот немножко абстрагируемся от всех там этих деталей, Банасура и все прочее, а примем саму идею истории, что силе Кришны ничто не может противостоять, вот это уже имеет практическое отношение к нам. То есть это вдохновляет нас в том смысле, что показывает, мы получили доступ тоже к оружию. Видите? Вот мы вроде как там, ну, никто нас в армию это пока не призывает, да, мы тут оружием не размахиваем, но тем не менее Кришна в Бхагавадгите несколько раз говорит этот термин, значит, астра, оружие, вот, потому что Арджуна воин, и поскольку он воин, то ему такая военная терминология, она более понятна, естественно, для воина он воспринимает все как оружие. Вот, и, ну, мы знаем, в свое время Бхактитиртха с вами, у него была эта серия книг «Духовный воин», вот, где он, значит, описывает преданного как человека, который использует, не использует, вернее, а принимает энергию Кришны, Кришны, его различные, так сказать, проявления, методики, которые Кришна дает, для того, чтобы победить ну, материальные обстоятельства, в которых каждый из нас находится, и у каждого из нас какие-то свои проблемы, какие-то такие точки трудные, с которыми вот, как бы судьба вновь и вновь нас сталкивает, и нам приходится с проблемами, которые мы сами создали своим прошлым невежеством, вновь и вновь иметь дело. Вот. И кажется, что эти проблемы, они какие-то, ну, нерешаемые абсолютно. Вот, ну, что вы можете поделать, да, какие-то, какая-то серьезная прарабдха-карма или что-то еще. У человека в жизни какие-то ограничения или какие-то трудности, что-то ему не нравится, но вот ему нужно с этим жить. Вот, как решить эти все вопросы? Здесь только одно оружие. Вот, то есть мы смотрим на эту историю не как вот сторонние такие наблюдатели, а можно смотреть на эту историю как практики, которые видят, что духовное оружие, в конце концов, побеждает все материальные силы, все материальные обстоятельства, какими бы они ни были. То есть этот Банасура получил от Шивы там такое оружие могущественное, да, эту Шиваджвару, что, ну, куда уже выше, да, вот, и ничто с ним не могло сравниться, да. Но когда, значит, появилось оружие Кришны, вот, то через какое-то время сам этот держатель оружия Банасура бежал, вот, и оружие тоже, собственно говоря, капитуляцию приняло. Да? Вот, то есть это говорит о том, что если мы правильно пользуемся оружием, которое нам дано, как Кришна говорит, оружием знания и отрешенности, сруби под корень это дерево, да, когда вот Кришна в 15 главе Бхагавадгиты описывает материальный мир как перевернутое дерево, баньян, корни которого растут вверх, а ветви вниз. И он говорит, что невозможно понять, где оно начинается, где оно заканчивается. Весь мир вообще покрыт этим вот древом. И живые существа, как вот птички с ветки на ветку этого дерева перелетают, также живые существа с одной планетной системы на другую планетную систему, из одной формы жизни в другую форму жизни перемещаются, но они всегда остаются в этом древе, потому что это древо, оно предлагает, с одной стороны, им какие-то и плоды, и прохладу, и убежище, и вот они там сидят, чирикают, все, когда там обмениваются, но они остаются в рамках всего этого. Вот, и поэтому Кришна советует Арджуне, он говорит, если ты хочешь выпутаться из всего этого, ты должен найти, откуда все это началось, откуда это дерево вообще растет, найти вот этот вот его корень и срубить это древо под корень чем? Он говорит, оружием знания и отрешенности. Вот. И
это совет не только Арджуне, потому что в этом древе материального существования запутались все мы. Вот, поэтому мы все это читаем и слушаем не как какие-то сторонние наблюдатели, а как непосредственные участники, вот, потому что это все имеет отношение к нам. Вот, также мы знаем в Шримад-Бхагаватам этот известный стих, где говорится, что Господь Чайтанья пришел в этот мир вооруженным. Санга Панкраста Паршадам, Ягьяй Санкиртана Праведжанти Хисуметхас. Он пришел вооруженным в этот мир, вот, то есть в окружении спутников и оружия. И в комментарии говорится, что за оружие у Господа Чайтанья. У него два оружия. Это Святое Имя и Шримад Бхагаватам. Вот, то есть с большинством людей он говорил на языке Святого Имени, потому что большинство людей шастры не понимают, сколько человек обычный может слушать философию. 5 минут, 10 минут, все, люди не философы в массе своей. Вот. Но все что-то напевают, все, так сказать, какое-то для них пение – это больше, так сказать, развлечение. Да? Философия, она немножко напрягает. Вот. Поэтому он дал процесс очищения в форме развлечения. В форме развлечения. Пой, танцуй, пируй, да, вот все. То есть это то, что любят обычно делать люди. То есть это вот для простых людей такая форма. Да? Вот, для тех, кто может думать, говорить и так далее, пожалуйста, вот Шримад Бхагаватам и так далее. Вот, есть люди, есть какие-то нации такие более философские, которые любят. Есть люди, которые больше 10 минут, они философию уже вообще не могут воспринимать все. Они уже просто отключаются, потому что они привыкли вот жить вот в каком-то таком состоянии, когда постоянно удовлетворяют их чувства. Вот, если 10-15 минут, там каждые 10-15 минут не звучит какая-нибудь, не знаю, шутка или что-нибудь такое для их чувств такое, вот, оживляющее, все, они начинают уплывать, засыпать, так сказать. Вот, то есть это сознание, обусловленное души. Вот, и поэтому Господь Чайтанья вот так действовал. То есть для масс, для большинства людей он запустил, так сказать, санкиртану, вот, которая очищает людей и которая с течением времени делает их более восприимчивыми к философии. Также, допустим, послушать лекции Шрилы Прабхупады 66-го года, 10-15 минут вся лекция. Реже бывает какая-то более долгая лекция за те годы. Вот. А в основном у него был полчаса киртан до лекции, там 10-15 минут лекция, полчаса киртан после лекции. Что еще можно было сказать, ну, людям, которые, ну, с таким сознанием? Вот. А потом, дальше, так сказать, уже когда появились храмы преданные, все, Шрила Прабхупада поет 5 минут Джая Радха Мадхава, 20, 25, 30, 40 минут лекции. То есть уже сознание более чистое, люди глубже начинают воспринимать философию, вот, потому что киртан действует на них. То есть мы видим, как он варьировал все эти различные методики в зависимости от того, где он с новыми людьми, в основном упор на киртан, там, допустим, уже с преданными, он там уже может как-то больше философию развивать, чтобы они как-то глубже понимали все это. Вот, то есть вот эти вот два основных оружия, таких вот эмоциональное и интеллектуальное, рациональное, шастра и киртан, это и есть те для нас носители этой вот божественной энергии, которые и должны нам помочь, именно вот со своими вот этими всеми тараканами, всеми этими материальными желаниями, которые живут у нас в голове, справиться. Вот, то есть мы не жители ведической эпохи, все эти там ритуалы, поклонение полубогам и так далее. Вот, для нас это такая диковинка, что называется, да, в Индии там продолжают эти вещи делать и так далее. Вот, но Шрила Прабхупада нас спас от всех этих сложностей, всех этих хитростей, от всех этих, так сказать, окольных и косвенных путей. Он дал Кришну непосредственно, сказал, вот источник Кришна, вот методы ему поклонения, пожалуйста, следуйте всем этим вещам. Вот. Но это не обозначает, что живые существа мгновенно от всех этих своих материальных желаний избавились. Конечно же, нет. Кто-то да, но большинство нет. И поэтому, хотя мы не следуем в ведом смысле кармаканды всем этим вещам, мы видим, что все те желания, которые у людей есть, желания кармы, желания гьяны, желания там, ситхи или йоги, они определенным образом тоже могут сохраняться у преданных,
Вот, и поэтому до той поры, пока же эти желания есть, преданное служение будет смешано с этими вещами. Оно будет называться, соответственно, карма мишра-бхакти, гьяна мишра-бхакти, йога мишра-бхакти. То есть бхакти, смешанные с элементами кармы, гьяны или йоги. Вот, потому что не каждый человек все эти вещи может мгновенно отбросить. Более того, само по себе их присутствие в жизни человека еще не обозначает, что человек не может заниматься чистым преданным служением. Рупа Госвами говорит, эти желания могут быть, но они не должны покрывать бхакти. Он говорит, гьяна кармади анавритах, то есть непокрытые бхакти. То есть желания, они в идеале, они должны быть шуньям, то есть их шунья обозначает ноль, они должны полностью уйти. Так он говорит, гьяна кармади анавритах, что чистое преданное служение, оно должно быть непокрыто гьяной и кармой, материальные желания должны свестись к нулю. Вот, но пока они к нулю не свелись, пока они не превратились в шунью, в ноль, если они есть, по меньшей мере, они не должны покрывать бхакти. То есть бхакти должны быть сверху всегда. А эти желания, пока они в какой-то степени есть, они исполнятся в процессе. Они исполнятся в процессе. Гьяне ему проще, потому что Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита дают такое знание, что его желание получить это знание, достичь какого-то освобождения, исполняется с лихвой, потому что ничто другое, в общем-то, с Шримад Бхагаватам сравниться в принципе не может. Вы можете прочитать все Упанишады, где там тоже всякая навороченная философия, но там это все с большим трудом, это мало кто может понять на самом деле. Вот. В Бхагаватам все те же идеи, поскольку это литература смрити, то есть шрути – это литература, которую, чтобы понять, это нужно суперквалификацию иметь. Вот. А что Упанишады – это литература вообще говоря, для саньяси предназначенная. А кто тут саньяси? Мало саньяси. Да? Вот. Поэтому Упанишады – это крайне сложная литература. В то время как Шримад Бхагаватам дает те же основные истины Упанишад, но в более приемлемой и понятной форме. Вот, через какие-то истории, более простым языком и так далее. Вот, абсолютно те же самые вещи, что в Упанишадах, да? Вот, но более простым языком. Поэтому человек, пришедший к Кришне, но имеющий вот эту вот какую-то гьяна-мишру, то есть примесь знания, он с лихвой все эти вещи осуществит. А карма-мишра здесь немножко сложнее тем, кто имеет материальные желания, потому что материальные желания, они... в общем-то, препятствует самой идее преданного служения. Тем не менее, Кришна настолько милостив, что он в какой-то степени освобождает людей от этих желаний, делает их как-то, эти желания, так сказать, помягче, послабее. Вот. Но, в общем, так сказать, если он видит, что это живое существо может получить плод своего желания и при этом остаться в преданном служении, Кришна также может эти все вещи осуществить. Поэтому и сказано в Шримад Бхагаватам, что акама сарва кама ва мокшу кама ударати тиврена бхакти йогин яджида пурушам парам. Независимо от того, какое твое стартовое состояние, ты полон желаний или свободен от желаний, или желаешь освобождения, вот, если у тебя есть более-менее нормальный разум, поклоняйся Верховному Господу. Все, то есть, потому что в нем это все осуществится лучше, чем через тех же самых полубогов, и так далее. Потому что Шрила Прабхупада в одном комментарии объясняет, что полубоги, они как продавцы в магазине. То есть, если вы даете продавцам деньги, они дают товар, все, вот и вся их мораль. Да? Ну, конечно, если им сказать, что там алкоголь детям до 18 или скольких там нельзя, они не будут продавать, вот, но в целом, по большому счету, алкоголь вообще-то никому нельзя, да, и даже после 18 тоже нельзя. Вот, но по закону вроде как можно, да, вот, и поэтому продавец, продавая алкоголь, он меньше всего думает о здоровье покупателя, правильно? Он думает о выручке своей, вот, если можно, ну ладно, все, точно так же полубоги исполняют желания живых существ, но они не думают о духовном прогрессе этих живых существ. Кришна же, когда он исполняет желания живых существ, он исполняет желания, и при этом он думает о прогрессе живых существ. Поэтому он исполняет таким образом эти желания, чтобы живое существо и получило, что оно хочет, и при этом, скажем, был какой-то духовный прогресс. Это сложная задача, которая стоит перед Кришной, вот, но он ее делает лучше, чем какие бы то ни было полубоги. Вот, потому что у полубогов такой задачи даже вообще нет. Они просто снабженцы, не более того. То есть идея духовного прогресса живых существ – это не их тема. Вот, поэтому совершенно очевидно, что к Кришне надежнее в этом плане обращаться.
потому что Кришна не устраняет, тем не менее, вот эту вот систему поклонения полубогам. Он говорит в Бхагавадгите, что это, ну, глупые люди поклоняются полубогам, но тем не менее систему он не устраняет, потому что глупых, хотя он их назвал глупыми, они этого не перестают быть глупыми. Вот. Я могу сказать, что вы все дураки, да? Вот. Ну и что, что я сказал? Дураки же остались, правильно? Вот. То есть Кришна говорит, поклоняющиеся полубогам – дураки. Ну и что, а что он сказал? Дураки-то остались. Поэтому и система, так сказать, поклонения полубогам, она тоже остается, как бы он ее ни ругал. Вот. Но для того, чтобы Арджуну от этого, скажем так, отвратить, ну, он говорит, что вот это для неразумных и так далее. Вот. А потому что он говорит, намекая на то, что ты, Арджуна, разумный, ты в другой категории находишься, поэтому тебе и другой способ нужен. Вот. То есть нужно понимать, что мир наполнен разными живыми существами. Одни из них идут вверх, другие вниз, третьи, так сказать, на перепутье раздумывают. Вот. И Кришны, и они все являются частицами Кришны. То есть и он осуществляет принцип пошанам, заботы. Это мы так думаем, вот мы хорошие, значит, нам вверх, а демоны, мы их втопчем там в ад, пускай они все катятся. Да? Вот. У Кришны такого нет негативного отношения к демонам. Да, он говорит, что они глупые, они завистливые и так далее, но при этом они его дети. Вот, поэтому этот принцип пошанам или защиты, он касается всех. И поэтому Кришна заботится и о тех, и о других. Хотя он говорит, что да, этих демонов, завистливых и злонравных, низших среди людей, я навеки низвергаю в низшие формы жизни, находясь где они никогда не могут приблизиться ко мне. Но, тем не менее, они в его творении, и он их тоже там и подкармливает, и поддерживает. Вот, то есть мы видим, что с его стороны всегда есть вот это вот сострадание, забота, защита. Вот. Поэтому он и дает знания или разные возможности, методики в зависимости от уровня живых существ. Вот что является причиной, почему существуют разные уровни знания, разные уровни, так сказать, проповеди или открытости. Да? Вот, Кришна открывает себя в большей или меньшей степени. Чего бы ему, так сказать, не принять нашу исконовскую программу и вообще откинуть вообще к чертовой бабушке? Он, правда, сказал Арджуне, там, Трайгуня, Вишая, Веда, не Штрайгуня, Баларджуна. Он говорит, что Веды связаны с тремя гунами, поэтому отбрось эти три гуны, отбрось эти Веды, то есть это не для тебя. Да? То есть он дает такое. Вот, но это он говорит Арджуне, он не говорит это всем, правильно? Вот, поэтому здесь мы видим, что в зависимости от аудитории Кришна варьирует. Кому-то он говорит, прими эту дхарму, кому-то он говорит, отринь эту дхарму. И то, и другое, в зависимости от того, кто на что сейчас способен. Человек способен, если человек вообще в полной адхарме находится, да, в полном, в беспределе, да, для него большим шагом вперед будет принятие адхармы. А если человек, допустим, благочестив и утвердился в своей адхарме, но он может на что-то большее пойти, Кришна будет отбросить эту дхарму, предайся мне, в том смысле, что выполняя этот свой долг, не отбрось, не игнорируй, а отбрось идею материального прогресса и выполняй свой долг ради меня. Это будет сарвадхарма паритяджа мама камшара. То есть я убежище во мне, ты делаешь это действие. Да? Вот, то есть у Кришны очень сложная задача. Также и у его преданных непростая задача достучаться до разных категорий людей. Вот, и тут существуют разные, так сказать, мнения, как это можно делать. Вот, но мы видим, что Кришна использует очень широкий инструментарий по этому поводу. Допустим, в третьей главе Бхагавадгиты есть стихи 26 и 29, где Кришна говорит, что мудрый человек не беспокоит тех, кто погряз в невежестве, так сказать, хотя он понимает, что их деятельность является деятельностью более низкого порядка, но он не предлагает им оставить эту деятельность низшего порядка, но он вовлекает их в деятельность, пронизанную духом сознания Кришны, для постепенного духовного прогресса. Вот. То есть он использует такие тактики также, потому что да, люди занимаются какой-то деятельностью в зависимости от своего сознания. Какое сознание, такая деятельность. Вот, если помогли людям возвысить сознание, сознание стало возвышенным, деятельность стала возвышенной. Да? Вот, но если, предположим, человек очень сильно обусловлен, и он не может сейчас вот так вот резко поменять свое сознание, то есть инерция у него, вот эта вот карма, она же не только на тело действует, она же на ум действует. Какие-то определенные клише, стереотипы, которыми мыслит человек –
и он не способен выйти сразу за ней, да? Вот, если это так происходит, вот, то что делать Кришне, да? То есть ему приходится, так сказать, если не прямо, то косвенно, он говорит, что вот он не пытается им сказать, ты оставь все, кому-то он сказал, оставь все, Арджуна говорит, оставь все, да? А если этот человек не может оставить все, он говорит, что такой разумный человек не будет их заставлять оставить их деятельность, хотя их деятельность низшего порядка. Что же он будет делать? Он говорит, он будет вовлекать их в деятельность, пронизанную идеей преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Это вот 3.29 Бхагавад-гита. Вот, то есть совершенно очевидно, что Кришна варьирует различные методики в зависимости от того, с кем он имеет дело. Вот, и если мы имеем достаточно такое широкое понимание картины, вот, то это позволяет нам также в разных местах, в разных аудиториях использовать совершенно, так сказать, разные методы в зависимости от уровня, от степени восприимчивости людей, вот, от их подготовленности принять то или иное. Харе Кришна. Вопрос, пожалуйста. Существуют разные виды благочестия, есть карма сукрити, есть яна сукрити, есть бхакта сукрити. Карма сукрити, яна сукрити можно накопить, она может быть разрушена, а бхакта сукрити, она вечно, трансцендентно, разрушает. И человек может осознанно или неосознанно его накапливать и начинает служить. Значит ли это, что так или иначе, что автоматически все мы когда-нибудь рано или поздно, обречены на то, чтобы уйти из этого мира? Что мы рано или поздно? Накопив определенное количество бхакти-сукрити. И что произойдет? Накопили мы количество бхакти-сукрити, дальше? У нас мы поймем, что мы духовное существо, то есть жизнь и жизнь, а оно не разрушается. Бхакти-сукрити, поскольку бхакти имеет отношение к душе, а душа вечна, то все, что связано с душой, это называется сад. Оно вечно, оно не обладает способностью разрушаться. Единственный способ разрушить бхакти-сукрити – это вайшнава-апаратха. Вот это единственный способ. Если вайшнава-апаратха не совершается, тогда да, бхакти-сукрити – это то, что накапливается из жизни в жизнь, и значит, оно становится основой веры. Чем больше бхакти-сукрити, тем сильнее вера. И, соответственно, чем сильнее вера, тем глубже понимание, преданность, практика, все и так далее. Недавно прочитал историю, Бхактивиньяна Махарадж рассказывал про Прабхупаду, что вот из английских преданных, когда он где-то прогуливался по берегу Темзы в Лондоне, вот, он шел с преданными, какие-то люди там шли навстречу, вот, и он им всем говорил «доброе утро». Доброе утро, good morning. Преданные в конце концов не выдержали, говорит, Шрила Прабхупада, а в чем проблема сказать им Хари Кришна? Почему вы говорите им доброе утро вместо Хари Кришна? Это же будет большее благо. А Прабхупада сказал, если я им скажу Хари Кришна, они подумают, какой-то псих вообще, потому что непонятно, что это такое вообще, да, Хари Кришна, не поймут. Когда я им говорю доброе утро, они мне отвечают доброе утро. И когда они мне желают доброго утра, начинается их прогресс, потому что они преданному пожелали что-то хорошее. Называется агьяд-сукрити, понимаете? То есть преданные были ошарашены вообще. Как так? Это что, от Хари Кришна, от доброго утра они прогрессируют больше, чем от Хари Кришна? Если мы подумаем, что вот на таком, на поверхностном уровне, какой-то бред, так я буду повторять, Хари Кришна, Хари Кришна, они там сказали, доброе утро, 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 доброе, доброе, все, да? От этого, что ли, будут прогрессировать? Нет. Но если этот человек пожелал великому преданному или просто преданному чего-то хорошего, доброго, я желаю вам доброго утра. Возросло его агьяд-сукрити. Пророк говорит, так начинается их прогресс. Это не обозначает, что мантра доброе утро придет их в духовный мир. Нет. Но это обозначает, что если они что-то хорошее преданному сказали, все, это уже их вклад. Понимаете? То есть Прабхупада мыслил значительно шире, чем некоторые его последователи мыслили и продолжают мыслить, к сожалению. Вот. То есть, потому что люди не всегда понимают, как процесс построен. Давайте всех загоним к стене, поставим, зарядим автомат. Так, Хари Кришна, поняли мантру? Повторяйте, все, будете прогрессировать. Вот наша методика, понимаете? Я на самом деле не утрирую. Я на самом деле, некоторые так и думаю, понимаете?
Что вот только так можно заставить людей всеми способами повторять Хари Кришна. А в этом что-то есть. Вот. Но не все, не все это воспримут. Вот. Поэтому Шрила Прабхупада действовал и так, и так. Он говорил там всем сразу, пойте Хари Кришна. Если он видит, что человек не готов к пению Хари Кришна, он говорит, доброе утро. Человек ему говорит, доброе утро. Все. И он заработал агьята сукрити, этот человек. Потому что он чистому преданному пожелал чего-то хорошего, понимаете? Тактика. Вот. А Прабхупада в этом плане был великим стратегом и тактиком. Вот стратегия привести всех к Кришне. Тактика – это как это сделать на текущем этапе. Да? Все. Вот. Если люди не хотят прямо, ну что же, мы их косвенно, так сказать. Это предложение остается в силе, да? Но с другой стороны немножко. Вот вы можете войти в открытые двери, парадные, можете, так сказать, кругаля дать там каким-то там окольным путем через черный ход там, или не знаю сколько раз вокруг этого дома обойти, пока вход заметите. Вот. То есть разные варианты существуют. И здесь необходимо видеть все, конечно, именно с позиции и стратегии, и тактики. То есть стратегия – это такое перспективное видение в целом, и тактика – это обозначает, как стратегия выглядит на определенном этапе, согласно вот сейчас нашим обстоятельствам. Да? То есть, если мы хотим остаться в живых, все, мы, значит, зимой тепло одеваемся, летом, наоборот, легко одеваемся. Это наша, так сказать, тактика выживания, да? Мы, в зависимости от обстоятельств. То же самое. Кришна приходил в нашу жизнь по-разному, он приходил в нашу жизнь и в форме какой-то морали, каких-то откровений, каких-то безличных концепций, как он только не приходил к нам. В конце концов, он стал приходить уже более прямыми путями. Прасад, киртан, книги там, и так далее. Вот, чем более мы становились готовыми, тем в более прямых формах приходил Кришна. Вот, до этого он приходил в форме какого-то, не знаю, поиска абсолютной истины, мудрости, чего-то еще, как он только не приходил. Какие-то там умные книжки, умные люди, так он в таких в крупицах приходил. А потом уже проявился, как так сказать, бриллиант, такой крупнокалиберный, да? Вот, в зависимости от нашей уже возможности, готовности. Еще вопросы? У вас не вопросы. Кинчина. Вот Шрила Джвара и Господь Шива, в принципе, они знали, что это Кришна. Они это просто собираются показать другим, насколько могущественный Господь. Для чего вот такие... Шива Джвара и Шива знали, что с Кришной бесполезно сражаться. Но, Шива защищал Банасуру, потому что Банасура был его преданный. Разве это не естественно? Шива Джвара служила Шиве. Разве это не естественно? Люди готовы даже порой умереть, исполняя свой долг. Что здесь такого? Они говорят, да, мы понимаем, что мы идем на верную смерть, но какие варианты? Это наш долг, нужно исполнить свой долг. Чё ж? Кришна в Бхагавадгите говорит, он говорит, лучше умереть, исполняя свой долг. Говорит такие слова Арджуне? Говорит. Вторую главу откройте, он говорит, лучше умереть, исполняя свой долг. Вот, поэтому даже если человек понимает, что ему уготована смерть, а она, в принципе, всем уготована, или если кто-то есть, кому она не уготована, вот, то есть, может, мы умрем, исполняя свой долг, чем не исполняя свой долг, будем жить в иллюзии, что мы не умрем. Это же иллюзия, правильно? То есть смерть уготована каждому. Факт, факт. Как лучше умереть, исполняя свой долг или пренебрегая своим долгом? Вот все, очень просто. Александр. Анирудха. Да, Анирудха. Он же мог бы такой, ну, не вступать в эти отношения, и он бы, по идее, показал бы пример правильности, ну, как нужно все, как положено там. А почему он, как бы, все это отверг, ну, и все это, как бы, заваруха началась такая? Почему Анирудха... Он же пример показывал, да? Ну, Кришна все можно... Анирудха был молодым человеком. Ну, вспомните себя лет 18-20, вот, и вот вы попадаете в покои прекрасной дамы, она начинает вас там обслуживать, вот, а вы говорите, нет, я тут сейчас пример буду показывать. Окей. Анирудха кшатрий,
Кшатри люди страстные, и когда бы, тем более, что он совершенно без подготовки попал в эту ситуацию. Одно дело, он бы там репетировал, знал бы все заранее, да, может, он повел себя иначе. Вот, когда он ни с того ни с сего очнулся вдруг в таких обстоятельствах, вот, чувства соприкоснулись с объектами, вот, и он понял, что эта ситуация такая какая-то нестандартная немножко, он повел себя согласно ситуации. Вот, ну, как, тем более, так сказать, мы знаем, очевидно было, что чье-то желание его туда притащило, да, а у кшатрия у него есть определенный, так сказать, подход, да, как это, если женщина просит, то уж извините, да, вот, то есть кшатрия не может отказать женщине, поэтому он, в принципе, ничего не нарушил, собственно говоря. Он нарушил планы Банасуры, понятное дело, он нарушил, может быть, там какие-то общественные покои, это все понятно, но если говорить о нем с позиции кшатрия, когда женщина обращается к кшатрию, в общем-то, он не имеет права отказать. Поэтому можно сказать, что отчасти, в изрядной части он был прав. Вот, но поскольку мы живем в мире двойственности, то всегда найдутся те, кто скажет, все равно не прав и так далее. А еще какие-то вопросы есть? Да. Принятие авторитета – один из первых принципов, да. Если человек вырос, если это с детства не привито, то потом ему очень трудно агрессировать и принимать этот авторитет. Это точно. А как в таком случае развиваться человеку, если у него вот это вот уже как бы вхал, вот это вот она уже настолько проникла в него, ну и он еще вдобавок и в невежестве находится, то есть как вот… Как прогрессировать человеку, который находится в невежестве, который давно пропитался этой идеей непринятия авторитета, как? Очень трудно. Что мы и наблюдаем. Вот, в основном все сложности в жизни возникают именно из-за того, что люди не принимают авторитета. Кого бы то ни было, даже материалисты, да, то они пренебрегают какими-то наставлениями старших, и возникают проблемы у них. Вот, в преданном служении то же самое. Чего мы не знали, чего мы еще не слышали, что нам еще не сказали шастры, духовные учителя, садху. Говорят много полезных вещей, которые могли бы, так сказать, ну, нашу жизнь существенно облегчить и усилить наш прогресс. Но наш ум говорит нет, потому что сейчас я хочу чего-то другого. Это создает проблемы. Вот. Поэтому, в общем-то, вот неприятие этого главного принципа принятия авторитета, оно фактически является источником всех проблем. Ученик не следует за учителем. Ну, что может учитель поделать? Ну, сам Кришна дал свободу воли живому существу. Дети не слушают родителей. Ну, что могут родители говорить? Ну, жизнь научит. Ну, что еще можно сказать? Вот. Жизнь научит, переводится, как будут трудности, правильно? Жизнь научит, переводится только так, будут трудности. То есть ты поймешь эти вещи, но через попав в трудные ситуации. Сейчас ты можешь трудности избежать, просто слушая, что тебе говорят. Но ум не позволяет тебе слушать. Ум говорит, да-да, вот, но у меня такая специфическая ситуация, вот, что вот мне надо так или иначе. Да, человеку говорят, жизнь научит. То есть обозначает, ты это примешь, но позже через проблемы и через боль. Вот все. Поэтому как прогрессировать? Как? Со скрипом. Иначе никак. Еще что-то здесь? Если нет, всем спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай. Шримад Бхагаватам, ки джай.